Камера на уже регистратора запечатлела происшествие в Иркутске. Иномарка сбила дорожного рабочего, расставлявшего конусы. Мужчина погиб на месте. Примечательно, что на записи не видно знаков, которые предупреждали бы о проведении работ. Кстати, именно отсутствие указателей нередко становится одной из причин аварии. Как раз о такой ситуации сообщил наш народный корреспондент Дмитрий Рунский. Недавно сделали капитальный ремонт дороги, улица Волгоградская и Мария Ульянова, пересечение. Сейчас построили бизнес-центр, много офисов, стоянка там. Кто-то спилил знак, выезд на одностороннюю дорогу и уступи дорогу. В час пик, там происходит сумятица, народ не понимает и происходят частые ДП. Мелкие, но все равно они перегораживают движение, поэтому народу трудно передвигаться. Как нам сообщили, в городской ГИБДД никакого разрешения на демонтаж знаков не выдавали. Возможно, кто-то их просто украл. Нам пообещали, что специалисты дорожного надзора выйдут на место и, скорее всего, выпишут предписание организации, которая обслуживает знаки, чтобы указатели как можно скорее восстановили. Если вы стали свидетелем подобного, звоните в рубрику «Народный корреспондент». Она для наблюдательных и неравнодушных к происходящему вокруг.